оценка за компоненты является очень маленькой, поэтому они не могут все равно высоко подняться. Оценка за компоненты – это все равно оценка, которую ставят судьи, никакие не технические специалисты, то есть тот же самый субъективизм получается, бессмыслица какая-то. Даниэль О'Брайен и Грегори Мерриман – это австралийцы, которые обгоняли после оригинального танца и китайцев, и узбекскую команду. Тренируются они у Моники Макдональд, помогает им Виктор Крац. Катаются они на музыку из мюзикла «Абба». Даниэль О'Брайен и Грегори Мерриман. Ей 17 лет. Нет, только что исполнилось 18. 7 февраля. Ему исполнится 20 в этом году. Так, откатались, что...
создается впечатление, что партнерше нравится, когда с ней так обращаются. Они совсем еще юниоры. Лучшие свои результаты получали исключительно на юниорских соревнованиях, где они занимали невысокие места в районе 10-11. Что касается их тренера Моники Макдональд, которая выводит на лед и другую пару Буруновых, то она в свое время соревновалась также в танцах за Австралию. Насколько я понимаю, сейчас привлекает к работе с местными парами наших специалистов и вот канадских. По крайней мере, во время катания этих спортсменов, в отличие от Буруновых, не было ощущения, что они сейчас убьются при заходе на вращение друг об друга. Вот я об этом относительно того, как обращаются с партнершами. Ну что же, они по-прежнему остаются впереди своих конкурентов, китайцев и узбекских спортсменов. 63 балла. Отличная сумма. И 121 балл. На 9 баллов обогнали ближайших преследователей. Все остается на своих местах. О'Брайен Мерриман, Гу Минь, Ю Саркулов и Буруновы. Zhao Yang Yu in Chan Wang, China. Xin Tong Wang in Xunzhong, China. Kathy Reed and Chris Lee. Таким образом, после обязательного танца лишь узбекская пара, которая была на 10-м месте,